Зима, время походов на лыжах и катания с горок. В спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» к зимнему сезону подготовились заблаговременно. Для салдинцев и гостей города в прокате беговые и горные лыжи, сноуборды и сноутюбинги. Наши тренера, значит, и по беговым лыжам, и по горным готовят инвентарь прокатный к сезону. Еще неделю назад на склоне для сноутюбинга покататься было невозможно, но благодаря работе пушки для создания искусственного снега и ротрака склон готов для использования, так же, как и площадка для торможения у подножия горнолыжного спуска. Сноубордисты и горнолыжники уже опробовали свежий снег на Мельничной. Пункт проката спортивного инвентаря работает со вторника по пятницу с 15 до 21.00, в воскресенье и субботу с 11 до 19.00. После летнего отдыха в здании проката возобновил работу и буфет. Да, летом буфет не работает, поскольку у нас здесь лагерь и необходимости в нем нет. А зимой, значит, с пятницы с вечера будет работать и субботу-воскресенье на весь период проката буфет будет работать. Оценить качество подготовленных лыжных трасс, горнолыжных спусков на спортивно-оздоровительном комплексе «Мельничная» ждут не только жители Верхней Салды, но и гостей города.